Просто найди свой ракурс. Хочешь есть? Попей водички. Вот он, гимн анорексички. Свинка, худеть мне пора. Подними свою челюсть с пола. Всем привет! Сегодня я хочу пообщаться с вами на тему похудения. Я очень хорошо понимаю, почему эта тема сейчас актуальна, ведь уже вот весна у нас за окном, накануне выпускные, да и вообще самое время просто взять себя в руки. Худеть, однако, удается далеко не всем. Просто потому, что кто-то срывается, кто-то недостаточно понимает, что именно ему нужно делать, а кто-то, правда, не может понять, что нужно есть и в каком количестве, и главным образом зачем. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как на самом деле похудеть, что для этого нужно сделать, и как совершить первые шаги на пути к своему идеальному телу, к своей идеальной фигуре. Прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем! Это видео я хочу снять в формате дружеского общения, так как будто мы сейчас с тобой прямо вот сидим где-нибудь в кофейне и общаемся, и ты спрашиваешь меня о чем-то, я тебе о чем-то отвечаю и делюсь, в общем-то, своими какими-то находками о том, что и как. Я начну с самого важного, начну с основ и расскажу вам вообще про человеческие тела, про то, как они отличаются и все такое прочее. Начнем с того, что вес всегда уходит по-разному. Если, например, ты договорилась с какой-то со своей знакомой худеть или нашла какую-то девочку в социальных сетях, и вместе с ней вы начинаете двигаться на пути к своему идеальному телу, к своему идеальному весу, скорее всего, ты замечала, что у кого-то вес уходит раньше, у кого-то вес уходит позже. Так вот, все люди худеют и набирают вес по-разному. Ни в коем случае нельзя вести здесь какое-то соревнование на скорость, потому что никогда не знаешь, кто из вас раньше похудеет. Просто это зависит не от тебя. Вы можете есть 24 на 7 одну и ту же еду в одном же количестве, пить одинаковое количество воды, и все равно вес будет уходить по-разному. Это просто то, что нужно понимать. И никогда не нужно думать, что вот я там начинала худеть неделю назад, у меня до сих пор там минус только 200 грамм максимум на весах, а у моей знакомой уже минус там целых 3 кг. Ничего страшного, все хорошо, и ты тоже в свое время похудеешь. Просто у всех разная скорость похудения и набора веса. Это ок. Следующий момент, второй пункт, который тоже нужно очень важно знать. Дело в том, что все люди весят по-разному, и это даже не зависит от роста. То есть вы можете поставить двух одинаковых людей, одинакового роста, у них будет одинаковый вес, но телосложение будет выглядеть по-разному. Это зависит от того, насколько у человека тяжелые кости, тяжелые мышцы, как у него вообще много мышц, потому что человек, у которого только жировая прослойка и нет мышц от слова вообще, он всегда будет весить меньше, чем человек на мышечной массе. При этом человек на мышцах может выглядеть гораздо-гораздо стройнее и худее, чем человек, у которого мышц нет. С лета я начала заниматься спортом. Ну как, начала заниматься спортом? Два раза в неделю ко мне приходит тренер, мы занимаемся. С момента, как я начала заниматься, я поправилась на 3 килограмма. При этом мой, ну как бы вес, мой вид, он вообще не изменился. Я весила 39 килограмм, когда мы начинали заниматься. Сейчас я вешу практически 43 кило, при том, что я как бы, ну, в жирке не набрала. Хотя, знаете, наверное, все-таки набрала, потому что многие из вас периодически мне пишут, что я такая жирная и вообще просто свинка, худеть мне пора. Безобразники шалуны. Также можно психику людям испортить. Зачем вы так делаете? Не надо так. Поэтому зацикливаться именно на цифре весов вообще точно не надо. Ну вот серьезно, это просто так оно не работает. Следующий момент очень важный, и он очень важный для понимания, собственно, а зачем ты вообще худеешь? И этот момент в нашем цифровом мире как нельзя кстати. Дело в том, что любая камера искажает картинку. Любая камера. Вот эта камера, на которую вы меня сейчас смотрите. Камера вашего телефона. Наверняка вы неоднократно замечали то, что в зависимости от ракурса, который будет выбран, зависит, в общем-то, итоговое изображение. Если ты фоткаешь человека снизу, и у него одна нога впереди другая, у него ноги будут худые и длинные. Если вы фотографируете человека, соответственно, как-то вот так вот, то ноги у него длинные и худые точно не будут, даже если они у него сами по себе длинные и худые. Это магия ракурса. Это нужно просто понимать. Так что если у тебя когда-то в телефоне или даже не когда-то, а постоянно в телефоне какие-то неудачные фотографии, ты кажешь себе толстый на фотках, но в зеркало ты смотришь, и тебе, в общем-то, не кажется, что ты толстый, и в жизни тебе никто никогда не говорил, и даже не намекал, что тебе пора бы похудеть, просто найди свой ракурс. Второй момент сюда же относится. Камера прибавляет всегда несколько кило. Если не верите мне, давайте вместе с вами загуглим. Вот прям вот загуглим. Прибавляет ли камера? Да, прибавляет. Любая камера прибавляет, потому что во многом это зависит от объектива, от самой камеры, от расположения света, от расположения вашей фигуры. Я не буду даваться в подробности. Короче говоря, мне в этом сам просто не шарю. Не парьтесь. Если вдруг на камере вы кажете себе плотный, а в жизни нет, все ок, не надо даже запариваться, все, забей, забудь.
Но, если честно, на самом деле, я постоянно сама с этим сталкиваюсь, потому что я, естественно, взаимодействую с блогерами, и очень часто бывает, что я смотрю блогера, и мне кажется, что он по телосложению, ну, обычный самый человек, даже в некотором формате немножечко грустноват, а вживую ты встречаешься с человеком, понимаешь, что он вообще супер миниатюрный, что веса в нем там максимум 1,45 кг, и рост у него вообще там максимум 1,60 м, а на фото, на видео кажется, что этот человек там под 1,80 м, и у него вес там чуть ли тоже не 90 кг. Это все просто камера. Реально, это реально камера. Если вы когда-нибудь встречались с блогерами, если вы когда-нибудь встречались с знаменитостями, наверняка обращали внимание, что, как правило, они, ну, как-то более компактно выглядят, чем на фотках, на видео. Ну, за исключением, конечно, редких случаев людей, которые специально себя прям вот сужают. Ну да, тут, конечно, когда видишь вживую это все, ты немножко такой... Подними свою челюсть с пола. И далее я хочу вам сказать одну такую очень простую вещь, но в ней, как бы, знаете, вот заключена вся суть вообще вопроса, вся суть проблемы. Мало хотеть похудеть. И, в общем-то, существует огромная разница между понятиями «я хочу похудеть», «мне надо похудеть» и «я худею». Дело в том, что хотеть и делать – это, ну, две совершенно разные вещи. И иногда, чтобы начать что-то делать, тебе нужен прям вот конкретный такой пинок. И сейчас этот пинок я вам и дам, если у вас такая проблема, что вы очень вот хотите, но вот что-то каждый раз руки не доходят. Или вот увидишь ты пироженку и такая, диета, нет, у меня есть пирожок. Смотрите, что у меня есть. Это обычный блокнот. Нет, это не рекламная интеграция, это обычный блокнот, который у меня есть. И я уверена, что у каждой из вас есть точно такой же блокнот. И сегодня он нам понадобится. Берем блокнот, берем вашу любимую ручку. Сейчас будет минутка моего авторского, так сказать, плана. В общем, если честно и отбросить этот сарказмический тон, то недавно я прошарила одну такую тему, как добиваться, в общем-то, любой своей цели. Неважно, что ты там хочешь, вот серьезно, объективно, просто вот все, что ты хочешь, ты получишь, если ты будешь следовать тому, что я тебе сейчас расскажу. Все на самом деле просто. И, ну, так как у нас сегодня видео о похудении, то давайте сконцентрируемся на похудении. Я вам расскажу. Маленький такой момент. Сейчас я вам покажу все это, потом вы досмотрите видео и не спешите закрывать вкладку, идти по каким-то другим видосам смотреть рандомные или просто серфить интернет, инстаграм. Остановитесь, возьмите и сделайте. Давайте, вот прям договоримся, что после этого видео мы начнем сразу действовать. Мы не будем ждать какого-то момента, пересматривать это видео в следующем году, когда будет снова хотеться что-то там подскинуть вес, а прям начнем работать уже сегодня, после того, как досмотрите это видео. Так вот. Нужно обязательно все записывать, потому что, когда ты записываешь, ты прикладываешь усилия, а человек так устроен, что если он уже приложил какое-то усилие, ему тяжелее остановиться, ему тяжелее положить на это болт, потому что ты сейчас возьмешь ручку, ты возьмешь тетрадь, а тебе все так лень, и ты такая, что-то будешь еще сидеть писать, еще и о чем-то будешь думать, потому что бездумно нельзя писать, а это значит, что ты уже что-то сделала, а если ты уже что-то сделала, значит, ну, уже как-то не хочется останавливаться на достигнутом, хочется двигаться дальше, тем более, что дальше будет двигаться нетрудно. Задай себе вопрос и напиши, зачем тебе вообще нужно похудеть? Какая твоя цель изначальная? Вот почему ты вообще думаешь о том, что тебе нужно похудеть? Может быть, твоя причина в том, что ты раньше весила мало, а сейчас весишь много, и ты объективно понимаешь, что ты хочешь вернуться в свою старую форму. Может быть, ты хочешь похудеть, потому что ты модель, или ты занимаешься спортом, и тебе просто необходимо похудеть, потому что, ну, как бы, ты или похудеешь, или тебя выгонят из твоей сферы деятельности. В общем-то, любая твоя причина, даже если она кажется какой-то нелепой, даже если она кажется какой-то выдуманной, даже если у тебя нет реально причины, выдумай ее. Пусть у тебя будет причина, ради которой ты действуешь. Поэтому напиши, зачем ты вообще худеешь. После того, как ты это пропишешь или придумаешь, или вспомнишь, неважно, нужно будет написать, почему ты вообще задумалась о теме похудения. Сейчас объясню подробнее, зачем это нужно, но для начала поясню этот момент. Почему ты задумалась? Может быть, тебе кто-то написал гневный комментарий, да, в инстаграме, или, может быть, тебе одноклассница что-то сказала, а, возможно, ты просто реально, ну, как бы понимаешь, что раньше ты выглядела лучше, и тебе нужно вернуться. В общем, какая у тебя была мысль, которая тебя вообще сподвигла на то, чтобы как минимум посмотреть это видео? Почему ты задумалась о том, что тебе нужно похудеть? И да, здесь есть огромная разница между зачем ты худеешь и почему ты худеешь. Следующим пунктом обязательно напиши твой вес на сегодняшний день и твой вес, который ты бы хотела видеть на весах. Четвертый пункт. На что ты готова ради того, чтобы похудеть? И вот это супер важный пункт. Здесь нужно прописать то, от чего ты готова отказаться. Например, ты готова отказаться от Макдональдса. В любом его виде ты не пойдешь в Макдональдс. Даже если тебя пригласит Макдональдс, даже если у тебя будет встреча в Макдональдсе, ты туда пойдешь, но там ты возьмешь не чизбургер, гамбургер, наггетсы, а возьмешь салат и возьмешь, например, не знаю, чай, да, вместо молочного коктейля. То есть в этом пункте ты должна написать как можно больше позиций того, от чего ты совершенно точно готова
отказаться в пользу своей фигуры, в пользу ПП и своего здоровья дальнейшего. Пишешь все пункты, но важное условие, если ты написала сюда что-либо, ты не имеешь права от этого отказаться, то есть ты не должна на это срываться, ты должна быть твердо уверена в том, что вот наверняка ни при каких обстоятельствах я на это не сорвусь. И дальше пункт будет не менее любопытный. То, чем ты не готова жертвовать. Ну и, соответственно, сюда ты пишешь свои самые любимые вещи, без которых ты не можешь прожить. Если ты не можешь прожить без кофе, без сладкого кофе, там, с литром сироп, что поделать, пиши его сюда. Главный такой маленький вот дьявол, который кроется в деталях, это то, что вот в этом вот пункте должно быть в половину меньше позиций, чем в пункте, где ты себя ограничиваешь. То есть, если у тебя в ограничительном пункте 10 моментов, то в пункте без ограничений ты пишешь моментов так 5. То есть, у тебя как получается просто такая компенсация. Не чувствуешь себя несчастной того, что себе все запретила, но вместе с тем ты чувствуешь себя комфортно, потому что что-то тебе все-таки можно из того, что ты бы очень хотела. И последний пункт, поставь себе сроки, только поставь их объективно, не надо говорить, что не надо сюда писать, что к завтрашнему дню ты хочешь минус 20 кг на весах, так это не работает. Поставь себе какие-нибудь реальные сроки, например, за 20 дней я хочу скинуть 2-3 кило. И иди к этому, потому что ты уже встала на путь. И теперь тебе осталось по этому пути только вот пам-пам-пам-пам-пам пройти. Кстати, для моих подписчиков в Инстаграме я напишу отдельный пост со всеми вот этими вот пунктами. И под этим постом вы сможете знакомиться друг с другом. То есть найти себе поддержку в похудении и найти себе друзей. Возможно даже. Поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, ищите вот этот вот пост. И давайте все вместе с вами поставим себе какую-то цель и вместе к ней придем. За 20 дней. Это недолго. Ты посмотрела это видео, ты уже начала какую-то работу, потому что просто так ты бы на это видео никогда бы не смогла попасть. Если ты на него каким-то образом попала, если ты досмотрела до этого момента, значит, что у тебя уже есть какая-то конкретная цель. Даже если ты не хочешь худеть, все равно возьми и выпиши в себе в тетрадочку цель, к которой ты хотела бы приблизиться по тем же самым принципам. И проверь, что через какое-то время твоя цель обязательно сбудется. Потому что, ну, так уж заведен человек. Если мы четко понимаем, чего мы хотим, почему мы этого хотим, зачем мы этого хотим, и еще и ставим себе какой-то, ну, временной отрезок, мы точно к этому приближаемся. Так оно работает всегда. При всем при этом вы должны хоть что-то делать. Нельзя просто так сидеть дома, ничего не делать, написать этот список и ждать, что у тебя похудеется. А теперь возьми тетрадочку, возьми свою любимую ручку и выпиши все эти пункты. У тебя все получится. Всем спасибо за просмотр и всем пока. У вас все получится, я вас люблю. Что же это за лайфхак такой? Нет слов. Иногда я генерирую бред. Это что, особая сисечная магия или что это только что было? Не отрицаю того, что я криворука.